Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищев, це YouTube 24-го каналу. Я з радістю представляю нашого гостя. Це Ярамис Юнус, політолог зі Сполучених Штатів Америки, а також екс-керівник апарату уряду Азербайджану. Господин Юнус, здравствуйте! Вітаю вас, дякую за запрошення. Рад вас видіти в доброму здравии. Приветствую всю нашу многоуважаемую аудиторию. Слава Украине! Героям слава! Господин Юнус, хотел бы с вами сегодня проговорить о том, что спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, обещает помощь Украине очень скоро, о чем вы и говорили раньше, проговорим. Также Дональд Трамп признал качество Зеленского. Но и Си Цзиньпинь впервые после ковида планирует визит в Европу, в Францию. Давайте, господин Юнус, начнем с того, что спикер палаты представителей США Майк Джонсон сказал, что вот они готовы законопроект, очень быстро могут проголосовать после шатдауна, так называемого, а я имею в виду 22 марта голосовать, чтобы не было шатдауна. Ну и вот сегодня даже представители демократической партии сказали, что они якобы готовы пристать на предложение то, что дать помощь Украине в кредит. Ну вот буквально в 3 часа вот, по Вашингтону, ну, то есть вот 20, как мы у вас началась наша передача, значит, в Нижней палате началось обсуждение вот этого пакета из 6 законов, связанных со второй частью бюджета, вот, который они должны утвердить до 22 числа, да, чтобы не было шатдауна. И вроде бы там процедура будет такая же, как и связана с первым пакетом, с первыми 6. То есть, как будто бы это общая договоренность, которую они достигли с президентом, когда они говорили 2 недели назад во время переговоров. А это, так сказать, был главный камень преткновения со стороны того же Джонсона. И если этот камень преткновения преодолевается, то сразу же, значит, возникает уже следующая тема по важности с точки зрения того же Джонсона и его сторонников республиканцев. То есть, мы главный бюджет, главное – это Америка. Вот мы этот вопрос решили. Теперь можем поговорить и про Израиль, и про Украину, и про Тайвань, и про все остальное. И вот после этого, значит, они будут выносить вопрос с Украиной. И вопрос с Украиной сегодня, значит, есть два варианта. Да? Один вариант, который проголосован в Верхней палате, 70 голосов, которые приняли, если вы помните, и там и республиканцы, и демократы. Он находится сейчас в Нижней палате. Вот. Но Джонсон его не ставит на голосование. А в Нижней палате идет сбор подписей для того, чтобы обойти этого Джонсона. Уже 185 голосов собрано для этого, а нужно 218. Вот. И Джонсон вышел со встречной инициативой. Вот. И со встречи этой инициативы он вышел после консультаций с лидерами партии, и включая самого Дональда Трампа. Именно после этой встречи Линдси Грэм полетел в Киев. Вот. Наверняка он полетел туда с определенными месседжами со стороны Дональда Трампа и руководства республиканской партии. Это все говорит о том, что решение со стороны республиканской партии также принято. Единственное, что теперь они должны сторговать это решение с демократами. То есть, демократы хотят бесплатно вот этот закон, республиканцы хотят не бесплатно, а вот этот вариант, который они предлагают. Для вас, для украинцев, вам должно быть до лампочки, в каком виде это будет, потому что это деньги, реальные деньги, которые дадут вам возможность получать все то необходимое, которое вы получали на протяжении этих 2 лет. Вот. А то, что как это будет выглядеть, и будете вы возвращать или не будете возвращать, как вы сами понимаете, сегодня на повестке дня не стоит. А что будет через несколько лет, когда это все закончится и эта тема возникнет, как говорят у нас в Азербайджане, к этому времени или падишах умрет, или ишак умрет. Тем более, те же республиканцы озвучивают тезис о том, что президенту США, кто бы ни был, не Байден только, а любой другой, кто придет на его место, вот, там будут даны полномочия о том, что он может и простить, списать, да, это все то, что будет выделено той же Украине в долг, вот, как это и делалось раньше по многим странам, по многим вопросом в истории той же Америки. Да? Но здесь самый главный момент для республиканцев – это что? Выиграть вот это, так сказать, противостояние в Нижней палате Конгресса, выиграть в контексте предвыборной кампании. Потому что демократы предлагают бесплатно, то есть они хотят у налогоплательщиков деньги взять и просто так подарить. Разницы никакой нету. Украина, Израиль, Тайвань или еще куда-то. Да? То есть зачем раздавать деньги американских налогоплательщиков налево-направо, когда самим американцам в первую очередь, они важнее нужны. Сначала решите сами наши проблемы, а потом можете раздавать налево-направо американские деньги. Но ежели вы
еще для себя ничего не решили, ну, связано с той же границей, да, вот, не решили, то зачем вы даете деньги бесплатно кому-то? Давайте будем давать деньги в долг. И тогда, если мы будем давать деньги в долг, мы можем нашим налогоплательщикам сказать, что эти деньги все равно вернутся. То есть, Америка ничего от этого не теряет. И вот это позиция республиканцев. Да? А с точки зрения, так сказать, электората, вот, допустим, 40% неопределившихся. Вот, например, таких, как я. Да? Это, наоборот, лучше будет. Да? То, когда человек говорит, или бесплатно, или в кредит даешь, и эти деньги возвращаются тебе. Любой американец, конечно, пойдет, конечно, лучше в кредит отдавать. Да? Это же не касательно Украины, касательно всего подхода так по Америке. Да? Поэтому они именно рассчитывают на это. Естественно, это демократам не нравится. Поэтому демократы сегодня в сложной ситуации. Потому что они же выступают и говорят о том, что они как будто поддерживают Украину. И им нужно, вот они протащили это в Сенате, да, а простой вопрос возникает. Вот я задаю простой вопрос. Я беспартийный человек, не демократ, не республиканец. Я, естественно, если демократы сейчас будут выступать против, я им же также задам вопрос. А зачем вы выступаете против? Вы, в первую очередь, вы спросите у украинцев. Украинцы сегодня, вы на что согласны? Я не сомневаюсь, что и президент Зеленский, и все украинское общество скажет, да нам все равно, как вы нам будете выделять деньги, на которые мы будем покупать оружие. Вы нам только эти деньги выделяете. А после войны разберемся. То есть, для украинцев это именно так. Поэтому здесь те же демократы не могут уже больше на этой теме спекулировать. И это озвучил один из ближайших друзей, личных друзей Джо Байдена в Нижней Палате. И он это сказал, что, скорее всего, большинство демократов также этот законопроект поддержит. То есть, исходя из этого, мы делаем, резюмируем. Да? И тот закон, который приняли в Верхней Палате, если его Джонсон выставил бы, вот то, что хотят обойти, да, того же Джонсона, уже 185 голосов собрали. Если Джонсон выставит его на голосование, он наберет порядка 300 голосов в поддержку. Просто Джонсон его принципиально не выставляет. И он хочет теперь этот закон выставить. А он имеет право это сделать. Да? Он на том спикер баланс. А если он это выставит, и этот закон получит поддержку 300. То есть, вот эти 300, они понимают, что нужно поддерживать Украину. А в каком виде будет, это уже не играет роли. А все остальное – это игры. Поэтому я и всегда вам говорил, шоу придется к завершению. И в конечном итоге вы получите эту помощь. Поэтому вот это то, что на сегодняшний день. Когда это будет принято? Я думаю, сегодня-завтра вот решать, ну, до 22-го должны решить с этим бюджетом. После этого, я так думаю, на 2 недели они все идут на каникулы. Ну, не то, что на каникулы, да, они едут на места, разговаривают со своими избирателями по всей Америке. Потом они возвращаются, и наверняка это будет принято. Предварительно говорят, что это где-то 8 апреля. Господин Минус, вот если вспоминать о Дональде Трампе, да, бывший президент США, он сейчас активно разговаривает и рассказывает своим избирателям, что и как он хочет делать, много говорит, все проговаривать не будем, но основное, что касается Украины. Он на одной из встреч вспомнил Зеленского, и он назвал президента Украины Владимира Зеленского одного из лучших продавцов в истории, потому что, цитирую я, что во время зарубежных визитов ему удается договариваться о финансировании, и где бы он ни поехал, возвращается, мол, привозит 50-60 миллиардов долларов. Господин Юнус, это как комплимент от Трампа, потому что мы знаем, что он в первую очередь предприниматель, а потом наверняка уже политик. Не, ну это однозначно это воспринимается как комплимент. При всей нашей критичности к Дональду Трампу и к его вот таким экстравагантным всплескам, заявлениям, которые сегодня он говорит одно, завтра он может сказать категорически другое на 180 градусов, да, данное заявление оно воспринимается как комплимент. Потому что он, да, на самом деле бизнесмен. Я бизнесмен все время, в первую очередь, думает о профите, да, то есть о прибыли. И поэтому, если президент Украины, это, так сказать, главный человек Украины. И этот главный человек Украины сегодня по всему миру должен заниматься вопросами спасения своей страны, своей государственности. Да? И для этого ему нужны деньги, для этого ему нужно оружие. Поэтому он катается по всему миру и летает не только по странам коллективного Запада, а везде, где что-то есть.
и он и спасает своих пленных, и находит деньги на гуманитарные нужды, и находит деньги на то же оружие, и по всем другим моментам. Да, и поэтому я, в принципе, за эти два года уже часто вам говорил, что ваш президент еще никогда с пустыми руками не возвращался. Он просто так ни в какую страну не поедет, а если он туда поехал, значит, он что-то оттуда должен будет привезти, или чисто финансово, или чисто в военно-техническом плане, или чисто в гуманитарном плане. В принципе, так это происходит. Если кто-то из политиков на Западе, крупнокалиберных, так сказать, это отмечает, включая бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, то это, конечно, воспринимается как комплимент. Это говорит о том, что ваш президент, помимо того, что сформировался сейчас как реальный политический лидер, потому что он никогда политикой не занимался, это не профессиональный политик, но он пришел-то из бизнеса, из шоу-бизнес, какая разница, он пришел из бизнеса. А в бизнесе, в первую очередь, это что? Это надо умение правильно зарабатывать деньги, надо умение правильно налаживать контакты, и чтобы в результате это приносило какую-то прибыль. Я думаю, навыки из шоу-бизнеса и плюс умение строить отношения и вот дает такой результат. Так что воспринимайте это как комплимент. Господин Нус, также хотел спросить вас. Вот в последнее время в Киев очень много официальных, неофициальных даже, и официальных визитов серьезных людей. Вот Линдси Грэм, республиканец, потом Салливан, советник Байдена. Перед этим спецпредставитель Китая Ли Хуэй был. Может быть такое, что о чем-то пытаются договориться? Потому что очень много встреч. Сейчас вот Си Цзиньпинь должен впервые в Францию поехать. Мы знаем, что Франция и Макрон с конца прошлого месяца активно говорит о том, что якобы войска должны быть в Украине, ну и много выходит на авансцену. Ну, за эти два года это же регулярно так было. Киев сегодня является центром и всех политических спекуляций. И поэтому не удивляйтесь, что коль сегодня в Киев так много приезжают всех из Соединенных Штатов Америки. И сам президент Байден приезжал, и все его члены его команды, так сказать, Совета национальной безопасности, руководители приезжали, лидеры Конгресса приезжали, и верхние, и нижние палаты. Поэтому и приезжали, и даже такие приезжали, как тот же Линдси Грэм, да, которые приехали, одно говорил, даже на тот момент это было выгодно, ему так говорит, потом пришел на 180 градусов, стал говорить совершенно другое, и даже выступил против этого голосования верхней палаты. А сейчас снова он приехал туда, уже в какой-то роли, да, но все понимают, что он приехал по личному вручению Дональда Трампа, он должен был это все что-то расшифровать наверняка и согласовать это с президентом Зеленским, чтобы президент Зеленский и Украина, и украинский истеблишмент, то есть не вовлекались бы во внутриполитические распри, может быть, или же просто постараться перетянуть на свою сторону и показать, что это мы сделали тогда, чтобы президент Зеленский похвалил бы республиканцев. Но я думаю, что президент Зеленский как до этого придерживался четкой позиции двупартийной, то есть я имею в виду, он всегда благодарил именно Конгресс и обе партии, то и американский народ, не разделяя ни на демократов, ни республиканцев, он будет продолжать эту тактику, и это очень правильная тактика. Но другое дело, о чем они говорили, но в любом случае, раз президент вашей страны принимает сенатора, просто сенатора, да, и тем более вот такого, который проштрафился, так сказать, в голосовании на Верхней Палате, значит, заранее согласована повестка дня. Да? Так просто сенатор Линдси Грэм не мог бы попасть в кабинет президенту Зеленскому. Ну и раз это произошло, значит, есть какое-то предложение, на которое президент Зеленский должен был согласиться. А это предложение, скорее всего, может быть вот с тем, что я вам рассказал, отвечая на первый вопрос, да, тем процедурам, которые прошли в Нижней Палате. То есть успокоил наверняка, объяснил наверняка позицию того же Дональда Трампа. Заметьте, Дональд Трамп в последнее время делает реверансы в сторону Украины. Он делает реверансы в сторону того же НАТО. Он на этот НАТО наезжал, теперь говорит, НАТО, наоборот, наш главный союзник и так далее и тому подобное. Да? То есть, когда он это все говорит, это он понимает, что сегодня это, например, в американском обществе плохо продается то, что говорит Дональд Трамп. И поэтому далеко не случайно Ники Хейли заработал такое количество голосов. И Ники Хейли, между прочим, не призвала своих сторонников отдать голоса там уже Дональду Трампу. Она сказала, пускай он этим занимается сам, если он хочет эти голоса получить. А вспомните, что говорила Ники Хейли по поводу поддержки Украины и что говорил Дональд Трамп. И поэтому, естественно, он будет менять свою риторику. И Линдси Грэм, один из ближайших его сегодня соратников, который также... Это политика, понимаете? Линдси Грэм был
в оппозиции к тому же Дональду Трампу во времена, когда был еще Джон Маккейн. Вот. И после смерти Джона Маккейна, он, естественно, когда Линдси Грэм, когда Дональд Трамп стал президентом, он, естественно, поменял свои взгляды. А сегодня, как вы видите, Дональд Трамп на всех парах хочет реванш с Байденом. И Линдси Грэм сегодня один из претендентов на должность вице-президента. Вот, поэтому, как это будет, еще рано говорить, но во всяком случае, здесь в Америке на эту тему серьезно говорят, что он один из тех, кто планирует. Поэтому он и отрабатывает это все. А как он может отрабатывать? Значит, он должен украинскую какую-то тематику сделать позитивной в предвыборной кампании Дональда Трампа. Потому что она резко негативная, как вы видите, да, потому что тот же Дональд Трамп много сделал для того, чтобы именно этот негатив увеличился. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Но, во всяком случае, тема Украины стала еще более спекулятивной. Параллельно такая же спекулятивная тема, и она увеличивается, это тема Израиля, как вы видите, далеко не случайно. Поэтому Джак Шумер наехал на Беньямина Нетаньяху. Далеко не случайно Беньямин Нетаньяху сегодня, например, разговаривал в прямом эфире с лидерами, с сенаторами-республиканцами. Митч МакКоннелл организовал эту встречу. И когда Беньямин Нетаньяху захотел говорить и с сенаторами-демократами, Джак Шумер отказал ему в этой встрече. То есть, к чему веду? То есть, здесь тоже идет спекулятивность этой тематики. И по мере того, как там страсти накаляются, сейчас там находится Блинкин, который Блинкин еще даже не встретился с Нетаньяху, и я не знаю, эта встреча состоится или нет, но, во всяком случае, официально она не заявлена. Израильская сторона сказала, что якобы нам поздно об этом сообщили. Это говорит о том, что какие-то есть сложности во взаимоотношениях нынешней администрации и правительства Нетаньяху. Но это все-таки Израиль, а здесь это США, и они стратегические союзники, вне зависимости от того, кто находится в Белом доме. Поэтому нужно сохранять приличие, нужно сохранять дипломатический этикет. Да? Как это будет выглядеть, но, во всяком случае, уже Байден, от этого теперь Байден страдает. Вот как Трамп страдает от Ники Хейли, от его заявлений по поводу украинской тематики, здесь он проигрывает, так сказать, тем же демократам, которые демократы также в огромном количестве виноваты во всем том, что происходит сегодня на поле боя в Украине. Более того, тот же Байден намного больше виноват, чем тот же Дональд Трамп, потому что Дональд Трамп в политику пришел только после того, как произошла аннексия Крыма и бойня в Донбассе. А до 2016 года у власти находился Барак Обама и Джо Байден. С 2009 года, да, если помните, когда уже Джордж Буш ушел после августовской агрессии против Грузии, и потом они пришли к власти. И вот все то, что они делали, вот со своей дурацкой перезагрузкой, связанной с Грузией, с Северным потоком, и что привело как раз-таки к аннексии Крыма, бойне в Донбассе, это все как раз-таки Барак Обама или Джо Байден. Дональд Трамп к этому не имеет никакого отношения. Ну, просто Дональд Трамп за время своего президентства и за последнее время сделал много того, что сегодня в отношении него в украинском политикуме и в украинском общественном мнении резко негативное отношение. Просто украинское общество точно так же сегодня относится к нему, так же, как и к Байдену. То есть, из двух зол они должны выбирать меньше. Я имею в виду украинское комьюнити, которое сегодня находится в Соединенных Штатах Америки. Да, в Соединенных Штатах Америки очень много украинцев живет, которые являются гражданами. И поэтому та же Америка, которая сегодня находится перед выбором из двух зол, надо выбирать меньше. Я всегда говорю о том, что в зависимости от того, кто этот американец. Если он этнический украинец, если он этнический араб, этнический испанец, этнический армянин. То есть, в зависимости от того, кто здесь. Да? И они, и какие у них приоритеты. Если для армянина приоритет Армения, значит, он должен голосовать за демократов. И Калифорния, поэтому, где эти армяне мачте свои живут, она демократический штат постоянно. И Нэнси Пелоси оттуда, и Адам Шиф оттуда, и вот эти все, так сказать, лидеры армянского кокуса, они все как раз-таки связаны с Калифорнией, и они входят в этот кокус, точно так же, как и Менендес, как же и Джо Байден в свое время, не обязательно только с Калифорнией, да? Но Калифорния самый большой штат. И если мы говорим про афроамериканцев, они также, комьюнити, они голосуют за тех же демократов. Белая Америка, вот эта старая Америка, консервативная Америка, или как они называют, реднеки, они голосуют все сегодня, конечно, за республиканцев. Они голосуют сегодня за него, за Дональда Трампа. Они так идут до Дональда Трампа, они также голосовали. Если касается темы Ближнего Востока, здесь, конечно, Израиль.
ближе республиканцам, чем тем же демократам. А у демократов есть и те, и другие. А республиканцы никогда не защищали палестинцев, а демократы и тех, и других защищают. И поэтому сегодня голоса палестинцев и израильтян, они разделились, я имею в виду американцев, да, которые имеют право голоса. Поэтому в зависимости от того, что интересует этих американцев, а это 40% неопределившихся, и плюс среди самих демократов и самих республиканцев, зарегистрированных, да, есть количество людей, которые не хотят голосовать за Джо Байдена из-за его ближневосточной политики, и не хотят голосовать за Дональда Трампа из-за его антиукраинской политики, из-за его, так сказать, консервативного взгляда, из-за вот темы аборта, опять же, в том числе, да, здесь, опять же, большинство женщин, в первую очередь, они голосуют за демократов, потому что здесь консервативная часть. То есть, эти все нюансы надо понимать, чтобы понимать, насколько спекулятивность темы Украины увеличивается каждый раз, потому что выборы идут, обороты набираются, и поэтому, чем больше это будет набирать, значимость украинской тематики будет возрастать в повестке дня здесь в США, и поэтому они будут играть. Поэтому и Линдси Грэм туда приезжает, и Байден, и Дональд Трамп меняет, немножко смягчает свою риторику. И демократы, видя это, они тоже ищут какие-то ходы. Вот сегодня, например, тот же Джо Байден находится в Техасе, а до этого, а вчера он был на предприятии Intel, который вот поставляет эти все чипы, и он обещал им 8,5 миллиардов гранта бесплатно, еще 1,5 миллиарда инвестиций для этих чипов, а это рабочие места. Поэтому они сейчас ездят в основном по всей Америке, но в основном они очень сильно работают вот в этих 6-7 неопределившихся штатах. И вот и с утра до вечера идет опрос общественного мнения, и врут и те, и другие. Одни говорят, побеждает там Трамп, другие говорят, что побеждает Байден. Не верьте ни одному опросу общественного мнения. Они за последние 10-15 лет ни разу еще не оправдывались. Не верьте никаким представителям республиканской, демократической партии. Особенно если они русскоязычные и выходят на ваши экраны и говорят о том, что они больше всего поддерживают Украину. Потому что это неправда. И те, и другие врут, потому что они спекулируют на вашей тематике. Так же, как они спекулируют на теме израильской тематики. То есть, вот это я вам рассказываю. Да, вот заметьте, тема Тайваня вообще сегодня как будто бы так не будоражит американское общество. А в то же время Китай как будто главный конкурент, Китай как будто в доктрине национальной безопасности как первый противник. А почему? Потому что Байден и Си Цзиньпин вроде бы договорились не эскалировать эту ситуацию. Поэтому на тему Тайваня сегодня никто не вспоминает, потому что спекулятивность этой темы опустилась. А вот спекулятивность темы Украины, спекулятивность темы Израиля, Ближнего Востока увеличилась. И поэтому каждый играет на этой территории. Например, на ближневосточной сильнее республиканцы, на украинской сильнее демократы. И поэтому вот и закон, который сегодня застрял в этой нижней палате, он уже приходит к своему логическому концу. И поэтому я всегда вам говорил, вы его получите. Можете на эту тему не сомневаться. Просто это шоу должно завершиться. Господин Иус, также хотел вспомнить о конференции, которая должна пройти в Швейцарии, да, «Формула мира», там более 100 представителей этой планеты должно быть говорить о предложениях Зеленского. И что интересно, якобы представители Китая еще думают, быть там или не быть, потому что все якобы это передает политика. Я помню, вы меня учили, что не ссылаться на какие-то источники, но все же это важная новость, я хочу услышать ваше мнение, что якобы Китай говорит, что представители Китая могут быть на этой встрече, если, но только нужно говорить тоже с Россией, представителями России о мире. Ну, как вы сами понимаете, представителей России там не будет. И это об этом знают и в Китае, об этом знают и в Киеве, об этом знают везде в мире. Да? Но говорить об этом надо. Я всегда параллель проводил с фигурным катанием или с художественной гимнастикой. Там есть понятие обязательная программа. И есть произвольная программа. Угу. Все, что касается мирных переговоров между Украиной и Россией, это обязательная программа, которую должны озвучить те страны, которые претендуют сегодня на роль посредников. Это озвучивает Турция, как вы видите, регулярно это делается, потому что Турция тоже в этой тематике, более того, она в предметной плоскости этим занимается уже 2 года. Вот буквально один раз это были в Стамбуле в самом начале войны политические переговоры, которые не дали никакого-то результата, и слава богу. А после этого все перешло в гуманитарную сферу, и Турция активно в этом принимала участие. И зерновой контракт, и освобождение пленных, и многое другое. Да? И это сегодня продолжается, это все делать, и Турция в этом активно участвует. И поэтому, когда турецкий президент встречается даже с президентом Зеленским, заметьте, вот они когда недавно встретились в Стамбуле,
второй раз за это время этой полномасштабной агрессии, они сидели рядом, и турецкий президент это озвучил точно так же. Потому что это была обязательная программа с его стороны. Он раз находится в этой роли, он должен это озвучить. А его дело озвучить. А будет это или не будет, это совершенно, он уже прекрасно понимает, что это все нереально. Но он должен это озвучить, в Москве должны это услышать, во всем мире должны это услышать. Сказать, да, человек. Ну, когда врач приходит и пациенту говорит, курение вредно для здоровья, курение вредно для здоровья. Пациент говорит, да, я все понимаю, все. Но пациент выходит и продолжает курить, да, может, уменьшает, но он продолжает, потому что и доктор на этом не настаивает, потому что пока еще не дошло до такого состояния, чтобы этот пациент понял бы, что надо бросать курить. То есть, вот точно так же тема переговоров, она еще не созрела. Но обязательная программа по теме переговоров, она будет озвучиваться. Она будет озвучиваться и Китаем, в том числе, потому что по весовой категории Китай, конечно, намного сильнее той же Турции и всех остальных, которые сегодня говорят на тему переговоров. Это однозначно. Китай год молчал же, а потом через год он объявил о своем мирном плане и сделал его, посмотрите, как по-китайски, всем по сережкам. Первый пункт – это для вас хороший, то есть суверенитет, территориальная целостность. Прекрасно, браво. А второй, так сказать, остановка военных действий, начало мирных переговоров. Это уже Россия, браво, они аплодируют этому. Это же два взаимоисключающих момента. Как можно останавливать переговоры, когда территориальная целостность и суверенитет нарушены? Значит, одно другое противоречие. Значит, это невозможно. Но он же озвучил вот этот китайский мирный план. Год назад озвучил, проходит год. Сегодня его представитель снова, вот этот, которого вы назвали, Ли Хуэй, то есть он вновь поехал по Европе, приехал к вам, приехал в Москву. Это обязательная программа, вновь он ее выполнил. И вот то, что вы сейчас озвучили, Китай это говорит, это тоже обязательная программа, которую китайская сторона, они должны озвучивать. И теперь... Где они будут это сильно озвучивать? Или в преддверии чего? Когда вот собирается какой-то саммит, да, на эту тематику. Китай же должен озвучить именно так. А другое дело, придет или не придет, по большому счету это не играет никакого значения. Поверьте мне. Потому что от того, что он придет, решение никого не будет принято. От того, что они не придут, тоже решения никакого не будет. Что бы там ни принимали, определять повестку дня и касательно мирных переговоров, в том числе, будет украинский солдат. Будут военные действия, которые происходят на вашей территории. А они, как вы понимаете, будут продолжаться весь 2024 год, пока в Америке идет президентский выбор. Поэтому давайте не будем на эту тему копию ломать. Да, господин Инус, я также хотел бы проговорить активность Макрона и Франции. Вот лидер Китая готовит первый визит, то, что я говорил, в Европу со времен пандемии. Это будет Франция. Якобы Китай пообещал сотрудничество с Францией по войне в Украине. Почему именно эта связь именно с Францией? Китай рассматривает Францию как путь в Европу, или как можно объяснить вот такие тесные якобы отношения, которые хотят сделать Франция и Китай? Ну, здесь никакой разницы так не рассматривайте между Францией. Это также будет... Китай будет работать со всем Евросоюзом. Напоминаю вам, как совершали визиты в Китай Олаф Шольц, тот же Эммануил Макрон. Эммануил Макрон, напоминаю вам, с огромной делегацией туда приехал, с бизнесменами. Поэтому, если сравнить уровень, так сказать, того, как приезжали туда немцы и как приезжали французы. Французы более, так сказать, масштабно приехали. И я напоминаю о том, что сегодня французы переплюнули даже Россию в продаже вооружений по всей планете. Они сегодня на втором месте после США, на третьем России. Вот. Плюс у Франции довольно большие инвестиции, большие интересы и большой товарооборот чисто персональный между этими двумя странами, между Китаем и Францией. А в целом со всей Европой. Да? Поэтому я не думаю, что Китай отдельно как-то рассматривает Францию, а Евросоюз совершенно отдельно. Есть просто вопросы, которые решают на двусторонней основе, есть которые вопросы будут решать и с Брюсселем. Далеко не случайно за это время, напоминаю вам, туда приезжала и Урсула фон дер Лейен, все руководство Евросоюза прилежало туда, и Боррель даже приехал туда после нескольких заменок. Я уже не говорю, лидеры, так сказать, и Германии, и Франции приезжали. А это я к чему веду? Сегодня Китай, который выходит после пандемии, который находится в большом таком экономическом кризисе, прекрасно понимает, что тот план, который Китай, в который вложил огромное количество денег по поводу вот «Один путь», китайский, да, вот этот, и он после того, как Россия закрылась Западом,
И вот сейчас Европа, вот она анонсировала 2 недели тому назад, напоминаю, новый вот такой маршрут логистический, 2 направления. Один Китай, Казахстан, Каспий, Азербайджан, Турция, Европа. И другой точно так же через Узбекистан, Киргизстан, Туркменистан, Каспий, Азербайджан, Грузия, Турция, Европа. То есть это все, опять же, и оба проходят через Азербайджан, через Каспий. То есть Азербайджан становится логистическим таким хабом. Вот. Южная, значимость Южного Кавказа увеличивается. Грузия здесь задействована. А Турция точно так же хаб для той же Европы. Да? И поэтому далеко не случайно сегодня, посмотрите, в регион Кавказа приехал Йенс Столтенберг. Впервые за 10 лет он приехал, провел переговоры в Баку, провел переговоры в Ереване и в Тбилиси. Публично он озвучил очень многие вещи, если вам будет интересно, поговорим на эту тему. То есть, я имею в виду, вот эта вся китайская тематика и этот маршрут, это требует стабильности на всем этом протяжении, то есть, и Казахстан, и Узбекистан, и Южный Кавказ, и, естественно, хорошие отношения у Турции с Евросоюзом и с коллективным Западом. Заметьте, как потеплели отношения у Турции с Соединенными Штатами Америки. Дошло до того, что Хакан Фидан на встрече с Блинкеном несколько дней назад озвучил вновь желание Турции вступить в Евросоюз, то есть, значит, улучшение отношений с Соединенными Штатами Америки. Турция пропустила Швецию. Конгресс США, проармянский, антитурецкий Конгресс США пропустил на 23 миллиарда вот этот контракт, связанный для Турции, связанный с этими F-16. Да? Это о чем-то должно говорить. То есть, идет потепление отношений, понимание того, что какие процессы идут в мире. И Китай здесь играет главную скрипку, я имею в виду, с восточной стороны. Да? Потому что товарооборот между Китаем, Европой и Соединенными Штатами Америки – это 1,5 триллиона. 1,5 триллиона, если половину на половину. Да, и здесь половина этой суммы почти что падает на Евросоюз. А в Евросоюзе кто сегодня лидеры? Первая экономика – это Германия, вторая экономика – это Франция. Поэтому ничего удивительного нет, что интерес Си Цзиньпиня, направленный в Европу, начинается с той же Франции. Было бы ничего удивительного, если он начал бы с той же Германии. Но однозначно он должен начинать с Германии, с Франции, с Италии, потому что он с этими странами, и плюс другие страны, той же старой Европы, которая вот где-то порядка 700 миллиардов, да, если так взять в целом Евросоюз. Не забывайте, это тройка экономических географий, это какая? Это Соединенные Штаты Америки, это Китай и Евросоюз. Поэтому Китай по-другому и никак не может идти. А то, что он озвучил, там, это мирные программы, и то, что вы говорите, вот представитель летает и озвучивает, это все обязательная программа. Вот, господин, кстати, вот визит Столтенберга, да, он, насколько он важен, да, и насколько вот то, что есть потепление отношений между Соединенными Штатами Америки и Турцией, может повлиять на отношения Турции и России? Ну, здесь в целом тоже надо рассматривать, вот смотреть на географию. География очень важное понимание. Она, это ключ к пониманию того, почему та или иная страна ведет себя так или иначе. То есть, Турция не может вести себя так, как, например, ведет себя Великобритания, так, как ведет себя Соединенные Штаты Америки или какая-то другая страна в Европе находящая или в коллективном Западе. Потому что Турция, посмотрите, где находится. И Средиземное море – это Турция. И Черное море – это Турция. И Ближний Восток – это Турция. И мусульманский мир – это Турция. И НАТО – это Турция. Понимаете, это все. А теперь посмотрите, кто находится в этой географии, и в Черном море, и в Средиземном море. Там и Африка, там и арабские страны, там и Европа, и Евросоюз, и НАТО. С этой стороны постсоветское пространство. Тут же и Россия в том же Черном море. Поэтому во всей этой географии нужно уметь так вести свой корабль, да, чтобы в результате всем ты был бы нужен. То есть ты не искал бы врагов, а ты зарабатывал бы таких партнеров, которые в тебе нуждались бы. Это Восток. Восток – дело тонкое, как говорится. Да? Поэтому вот это как этот турецкий ковер. Вот турецкая внешняя политика, как этот турецкий ковер. Это Византия. Это веками это так было. Поэтому в этот ковер завернут. Хорошо, приятно. А потом, когда открываешь, уже не знаешь, где ты был и как ты попал. Но зато интересы той же Турции соблюдены. Посмотрите, за 2 года этой войны
И Москва нуждается в Турции, и Украина нуждается в Турции, и США нуждаются в Турции, Евросоюз нуждается в Турции, и в мусульманском мире авторитет Турции довольно сильный. Особенно касательно через призму того же ближневосточного конфликта. Да вы видите, даже в этом вопросе с нынешней администрацией они также как будто бы находили по многим моментам язык. То есть я к тому это веду, что это же политика, искусство возможного, да, как говорил Бисмарк. И именно улучшение... И вот этот микроклимат, особенно учитывая, что вот идет переформатирование всего мира, и значимость Южного Кавказа, как я вам давеча сказал, насколько это важно, и посмотрите, что произошло за последние несколько лет в этом Южном Кавказе, и далеко не случайно, именно вот так в 20-м году, 27 сентября, началась Вторая Карабахская война. И она так и завершилась, потому что это не процессы одного дня были. Азербайджан, благодаря той же Турции, благодаря тому, что Азербайджан прошел за последние 10-15 лет и армию модернизировал. И азербайджанское общество к этому готовилось долго. И азербайджанская армия, посмотрите, в каком состоянии была. И, естественно, нейтрализовали ту же Россию, нейтрализовали тот же Иран. И Запад не смог ничего в этом деле сделать. Как это было, например, 30 лет тому назад, было все наоборот. Потому что была другая Турция. Была Турция Сулеймана Демирели, которая вот так по стойке смирно стояла перед тем же Западом. И продала интересы того же Азербайджана. Россия полностью была на стороне той же Армении и наказала Азербайджан. Я тогда работал в этом правительстве. Потому что мы тогда с головой, мы антироссийские лозунги у нас были. У нас были антииранские лозунги, объединение и так далее. Много, потому что, а у нас не было ни армии, ничего. Мы, я имею в виду Азербайджан, да, весь азербайджанский народ и его весь политический истеблишмент. И все те, кто были у власти, и все, кто стремились к власти. И я один из тех, который был там. Раз я там был, значит, я также несу политическую ответственность за то, что произошло тогда. Понимаете, это мы должны понимать. И мы проиграли тогда. Нас наказали. И у нас не было на Западе никаких союзников. Но когда политическая конъюнктура поменялась, все меняется, Турция поменялась. И когда уже этот Запад пошел, уже холодок между Москвой и тем же Западом, и Азербайджан грамотно на этой теме уже стал разыгрывать эту карту. Равноудаленность появилась у Азербайджана с той же Россией, с тем же Брюсселем, с тем же Вашингтоном. И в результате мы получили победу во Второй Карабахской войне. Запад это проглотил, а по-другому он и не мог это сделать, потому что есть 4 резолюции Совета Безопасности, которые тот же Запад и принимал. Просто они были уверены, что это не будет работать, это будет как простая бумажка. Понимаете? А когда какой-то народ это доказывает, вот так же, как и вы, да? То есть они не согласны с тем, что Крым у вас аннексирован, то, что Донбасс аннексирован, они не признают этих выборов и так далее. Ну и что дальше? А что они сделали все эти годы, чтобы помочь вам освободить это? Вот точно так же они и нам не помогали. Просто мы сделали выводы из этой ситуации, нашли надежных союзников, в первую очередь, с той же Турцией. С Израилем у нас прекрасные отношения военно-технические, в первую очередь. И у нас Пакистан есть, тот же ядерный Пакистан. И мы сделали все то, что они все это проглотили. Никто на Азербайджан наехать не мог, потому что международное право на нашей стороне было. В Первой Карабахской войне у нас кроме международного права ничего не было. Поэтому мы не пошли ни на какое подписание, мы просто долго готовились. Вот точно так же, как у вас. Международное право на вашей стороне. Вас никто заставить не сможет, если вы сами не откажетесь от Крыма, от Донбасса. Но другое дело, вам никто даром это не вернет. Никто. И вот президент Азербайджана, кстати, позавчера, выступая, он откровенно так и сказал журналистам. Он говорит, это надо понимать. Тебе просто так никто это не вернет. И мы это знали. Поэтому мы готовились, и мы это взяли. Потому что то, что ушло с крови, приходит только с кровью. И вам точно так же. Бесплатно ничего вам, ни Крым, ни Донбасс никто не вернет. Можно получить что-то мирным путем, если вы уже вот стоите, армада ваша стоит перед Крымом, и все понимают, что вы войдете туда. Вот как Азербайджан... 3 района в течение месяца армянские войска ушли оттуда, потому что договоренность была, не уйдете, ваши 25 тысяч попадут в окружение и будут уничтожены. С позиции силы можно вести переговоры, а так просто, знаете, Минские соглашения подписаны, переговоры идут, и вроде бы кто-то вам вернет Крым и Донбасс, в эти сказки не верьте. Когда будет кто-то говорить, гоните их в шею, это не может быть. И точно так же, поэтому я всегда говорю, никаких переговоров сегодня невозможно. Если вы, ваш президент, ваше военно-политическое руководство, вы все украинцы, понимаете, что суверенитет, территориальная целостность страны – это главное. Если будете говорить о демократии, о правах человека, свободе слова, евроинтеграции, без Крыма и Донбасса этого всего у вас не будет. Кто будет вам говорить, это неправда, это ложь. Не может быть демократии, свободы слова, евроинтеграции без восстановления суверенитета и территориальной целостности. Вот посмотрите,
Да, не будет. Ни с Молдовы этого не будет, этого не будет. Ни с Грузии, то, что сделал Саакашвили для Грузии, ни Украина не сделала, ни одна страна на постсоветском пространстве этого не сделала. И что? Где сегодня Саакашвили? В тюрьме. Где сегодня в Грузии? Ни в Евросоюзе, ни в НАТО. И в ближайшее время там ей ничего не светит. А то, что подбрасывает кость там, типа, да, это только для того, чтобы не злить грузинское общество, чтобы она не бросалась бы в объятия той же России. Точно так же, как и молдаване, чтобы не бросались бы в объятия. Поэтому и грузины боятся, поэтому и молдаване боятся. Азербайджан сегодня сумел это сделать, мы не испугались. Но в первую очередь, конечно, грамотная внешняя политика и то, что у нас рядом была та же Турция, понимаете? Поэтому грузины должны пройти этот свой путь. Молдаване должны, у молдаван есть та же Румыния, да? Но у них нет этих отношений. И поэтому они все ждут, когда это будет сделано украинскими руками. Азербайджан, слава Аллаху, сделал это своими руками. Украина к этому не имеет никакого отношения, потому что это было сделано 27 сентября 2020 года. Другое дело, ослабление России помогло нам в конечном итоге сегодня поднять этот вопрос и окончательно вот то, что мы должны были до 25 года ждать, когда российские так называемые миротворцы уйдут. А мы уже это решили за 3 года. Нам 5 лет не надо было ждать для этого. И вот теперь сегодня мы знаем, что на следующий год они спокойно оттуда уйдут. И теперь вот отвечаю уже на, приближаясь к этому, да, к Столтенбергу. Столтенберг теперь приехал в регион после всего этого. Потому что они понимают, у них противостояние сегодня с Россией. Россия на Южном Кавказе достаточно сильна. У нее нет границы с Арменией. В Армении граница только с Грузией на севере, на юге с Ираном, на востоке с Азербайджаном, на западе с Турцией. У Армении плохие отношения с Азербайджаном, с Турцией. Иран – антизападная страна. Запад туда как придет? Как они будут выдавливать ту же Россию? И Иран этого не допустит. Грузия вообще не может вмешиваться, у нее нет для этого ни ресурсов, ни возможностей. Плюс Грузия стратегический партнер Турции и Азербайджана. Значит, для того, чтобы Россию тихо-тихо отсюда выдавливать, или что же Запад, Франция, США хотят защитить ту же Армению, у вас других вариантов нет. Гарантия безопасности Армении, ее суверенитета, территориальной целостности, государственности, сегодня может быть, как бы это парадоксально ни звучало, та же Турция. Других вариантов нету, потому что на этой географии, посмотрите, кроме Турции никого нету. А Турция границы с Арменией не откроет. В 2009 году они планировали открыть, если вы помните, была такая футбольная дипломатия. Но Азербайджан выступил категорически против этого, и Турция однозначно, и турецкое общество согласилось с этим, потому что невозможно идти на улучшение отношений с Арменией между Турцией, если Карабах оккупирован. И после того, когда эта проблема теперь решена, вот теперь реально есть возможность улучшения отношений Армении с Турцией. Но на первом месте стоят отношения Армении с Азербайджаном. И Турция никогда не пойдет на улучшение отношений с Арменией, на открытие этих границ, если не будет заключен мирный договор. И именно это объясняют в последнее время Пашиняну. Объясняют Европе, объясняют в Америке. И вот тот же Столтенберг приехал и это объяснял. И заметьте, тот же Пашинян на днях выступил и сказал, пошел навстречу жителями там приграничного района, где 4, так сказать, азербайджанских села, которые находятся как эксклав, да, он у них находится, то есть это азербайджанские села, которые были оккупированы Арменией 30 лет там назад, в 92-м году. Азербайджан ультиматум поставил. Освобождайте, то есть это единственное, что сегодня вы должны это сделать. Показать, что вы идете на это, потому что иначе мы это силой вернем. И когда мы это силой вернем, Европарламент бумажку примет, которая никому не нужна, мусорный ящик пойдет, Госдепартамент озабоченность проявит, и, опять же, не играет никакого значения, потому что все понимают, что это международное право на азербайджанской стороне. Это наши села. Освобождайте по добру, по здорову. И вот это ему объяснял и Столтенберг в том числе. Поэтому и Пашинян вышел и говорит своему народу, и говорит, вы понимаете, вот карта Армении, все то, что здесь есть, это наше. Все то, что здесь нету, это не наше. И эти 4 села не наши. Мы должны возвращать. Он готовит свое армянское общество к этому. И это положительный фактор. Говорит о том, что Пашинян, конечно, понимает, что путь к стабилизации ситуации в регионе и для того, чтобы Запад помог той же Армении тихо-тихо освобождаться от этой России, лежит через мирный договор с Азербайджаном, через мирный договор с той же Турцией. По-другому, Россия ему просто шагу не даст сделать, потому что у России огромные возможности. Даже если граница у них закрыта, Россия может много чего сделать. База Гюмри, 5000 солдат. Граница с Ираном, граница с Турцией охраняется российскими пограничниками ФСБ. Аэродром в Зварноце, российские пограничники. Рядом с Ереваном находится аэродром военный Эребуни. Там находится 18 МиГ-29, 16 боевых вертолетов.
Это все, я уже не говорю, экономика Армении, которая сегодня полностью, и Билайн, и энергетика, и железные дороги. Это все находится, и банковская система находится в руках российских олигархов. И как в этой ситуации, более того, за эти два года войны, это тоже важно вам сказать. Вот три республики, три страны Кавказа, да, Южного Кавказа, на первом месте за эти два года увеличил товарооборот на 7,5 миллиардов Армения. Нефтегазоносный Азербайджан на третьем месте, на втором месте Грузия. Потому что они все, эти релоканты, они все пошли через Грузию в Армению. Вот это все. А у Азербайджана границы со дня пандемии, с первого дня пандемии, по сегодняшний день на земле все границы закрыты. И с Турцией, и с Ираном, и с Грузией, и с Россией. В Азербайджан можно прилететь только по воздуху. Многие вы этого не знаете. Я уже не говорю о том, что в три раза увеличились денежные переводы с России в ту же Армению. Поэтому влияние той же России на Армению огромное. Огромное. Просто Россия еще не начала этим заниматься. Она не хочет это эскалировать. России даже выгодно, с одной стороны, что Пашинян находится у власти, потому что она может на этой теме спекулировать. Почему сегодня такие холодные отношения между Россией и Арменией? Да потому что там Пашинян находится. Но Пашинян-то, кроме слов, ничего в предметной плоскости не сделал. Он говорит в последнее время несколько антироссийских тезисов, но ничего не озвучивает. Даже пограничники из, российские из Варнуца аэропорта, до августа месяца эта тема заморожена. То есть россияне еще не дали добро на то, что уйдут они оттуда или не уйдут. А то, что из ОДКБ Армении не выйдет, из Евразийского союза не выйдет, это однозначно. И более того, это рекомендует и тот же Макрон, и те же европейцы говорят, пока этих резких телодвижений не делайте, потому что мы не можем вас защитить. Для того, чтобы вы начали бы процесс тихо-тихо в ту сторону, для начала надо решить главный вопрос. Вы должны помириться с Азербайджаном и с Арменией. Не сделав этого, никаких таких антироссийских телодвижений сильно делать не надо. То, что вы будете делать заявление, ради бога, делайте. А России от этого ни холодно, ни жарко. России даже это выгодно. Она может это использовать для внутриполитической кухни, что она и делает, в принципе. Да? А Пашинян на этой почве на Западе развернул, так сказать, проармянскую пропаганду. Пашинян разворачивает Армению в сторону евроинтеграции. И там проармянские депутаты вот в Европарламенте принимают какую-то бумажку, которая не имеет никакого значения. Никакого. Вспомните, как вам, украинцам, и как грузинам на днях дали, я имею в виду, молдаванам, дали вот такого похожего типа решения. Это, вы это выстрадали кровью, а они ничего для этого не сделали. Более того, Пашинян еще ни одного предметного закона в сторону евроинтеграции не принял. Вы что думаете, в Европе этого не понимают, что тут ОДКБ, российская база и все остальное? И в этой... Это просто идет пропаганда. Это идет пока подготовка, так сказать, да? Информационная война. А в предметной плоскости ничего нету, потому что в ближайшее время ничего не ожидается. Пока не будет мирного договора между Арменией и Азербайджаном и между Арменией и Турцией. И я думаю, вот именно это популярно. Столтенберг пришел, ему объяснил. Но для начала он приехал в Баку, услышал эти месседжи и сам сделал там нужные заявления в поддержку Азербайджана и взаимоотношения Азербайджана с Евросоюзом, взаимоотношения Азербайджана с тем же НАТО. И, естественно, он это сказал и в Грузии. Но если вы меня спросите, самый главный визит Столтенберга в регион, это был как раз-таки именно в Баку. Но просто человек такого уровня, он не может приехать в отдельную страну, не приехав в другие. Это тогда будет неправильно расценено, да, с точки зрения дипломатии. Поэтому такие политики, они приезжают всегда в регион. А если он приехал конкретно в какую-то одну страну, это уже поддержка, демонстрация этого. Поэтому он приехал в эти три страны, они все разные, заметьте. Пророссийская полностью, где там все перечислили, это Армения, чтобы там Пашинян сегодня не делал какие-то заявления. Ближе всех к евроинтеграции, к Западу, это Грузия. Но опять же, посмотрите, в каком она сегодня состоянии. И ни туда, ни сюда, это Азербайджан. Он не стремится ни в НАТО, ни в Евросоюз. И он равно удален от той же России. Прекрасно. Он работает со всеми этими географиями. Потому что у Азербайджана сегодня главный союзник – это Турция. А Турция – член НАТО. И Азербайджан официально после Второй Карабахской войны заявил, для нас приоритет – союз тюркских государств. Это наша семья, где лидером является та же Турция. Вот и все. То есть тут есть и НАТО. Тут есть и Евросоюз, и тут есть братская Турция и все остальные тюркские государства. Этого нет ни у Грузии, этого нет ни у Армении, этого нет ни у Молдовы, этого даже нет у вас, у украинцев. Поэтому сначала вот смотрите на этот опыт и изучайте. И информационная война, она для того и информационная война, чтобы
отделять, да, мух от котлет, да, а то многие сегодня в украинском информационном поле или вот так услышали это все и подумали, о, Армения развернулась в сторону евроинтеграции. Армении еще не занимались. И очень много информационного шума. Главное, что то, что сегодня Пашинян это заявил, это уже позитивное явление. И если эти четыре села вернутся, значит, эскалации как таковой не будет. На это я очень надеюсь. Господин Юнус, большое спасибо. И знаете, вот мы регулярно с вами разговариваем раз в неделю. Я понял одно. Если бы у нас все имели такие, как вы, принципиальные и патриотические убеждения в национальных интересах, у нас было немножко все по-другому. Это однозначно. Спасибо вам. Ну, вы понимаете, мы прошли через это, поэтому мы тоже делали много ошибок. 30 лет назад у нас была такая же ситуация, разброд и шатание, борьба за власть, одни пророссийские, другие проиранские, третьи прозападные, а четвертым вообще было начихать, лишь бы до должности, до власти дорваться. И в результате этого все враги Азербайджана раздербанили страну, потеряли Карабах, потеряли 7 районов, 1 000 000 беженцев, 20% территории оказалось оккупированной. Понимаете, вот это все, мы через это все прошли, через этот позор Первой Карабахской войны. Мы потеряли тысячи и тысячи наших достойных людей, да? И вот пройдя через это, мы извлекли уроки всего этого. И вот я один из тех, который вот был там, более того, я был в правительстве, я был в парламенте, я живой свидетель. Я второго раза для своей родины этого никогда не позволю, не захочу. Я с первого дня этой войны, вы живой свидетель, я в окопе с моей страной, и вот я в окопе сегодня с вами. Почему? Потому что у вас такая же проблема. Ваш Карабах – это ваш Крым. Ваши оккупированные 7 районов – это ваш Донбасс. Поэтому зачем изобретать велосипед? Мы уже через это проходили. Азербайджан и Украина входят в политический союз ГУАМ. Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова. У нас похожая вся эта проблема. Поэтому огромное множество информационного шума, которое вбрасывалось в огромном количестве в течение этих 2 лет. Заметьте, слава богу, сегодня я этих армянских пропагандистов не вижу в информационном поле Украины. Мы их всех, так сказать, метлой погано отсюда повыгоняли, потому что они приходили, вот эти все басни вам рассказывали о том, что посмотрите, что делает Азербайджан за эти 2 года для Украины, посмотрите на Армению в денежном выражении, в гуманитарном плане, посмотрите, что это есть что-то? Нет. Вы же думаете, ваш президент просто так обнимается с президентом Азербайджана? Это же надо понимать, ну, другое дело, огромное количество людей в информационном поле Украины и до этой войны, и до 2014 года, и после 2014 года. Многого не знали. Если бы я, может быть, и не появился в вашем информационном поле Украины, и вы также по сегодняшний день этих тонкостей не знали бы, все, что происходит там. Но раз, слава богу, сегодня идут определенные процессы, и у вас тоже глаза открываются, не такие розовые уже, и на тот же Запад. Потому что этот же Запад, та же Германия, та же Франция, тот же Ангела Меркель и тот же Олланд с Николя Саркози вас заставили подписать, да, эти Минские соглашения, эти позорные нормандский формат и все остальное. Вы же прошли через все это. Вы увидели, как вас обманули, заставили без выстрела сдать Крым, а потом Дебальцево, а потом Иловайск. Ну уже, а тогда было все то, что вы сегодня видите? Не было. Опять же, все то, что вы сегодня видите, вам что, с первого дня это дали? Нет. Они готовились к блицкригу, пока вы не уперлись рогом. Поэтому вы должны понимать, да, когда я говорю, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Да потому что меня самого, азербайджанца, мою родину, вот так они продали. Мы в демократическом правительстве я работал. У нас был президент Эльчебей тогда, когда я работал в этом правительстве. И что? Против нас Соединенные Штаты Америки принимают 907-ю поправку, которую по сегодняшний день еще не отменили. Да, она не играет уже большого значения, но она политически принципиально важна, ее нужно убирать. Но они приняли против нас за то, что мы восстанавливали суверенитет, территориальную целостность. В этом. А почему вы сегодня не уступаете так сильно против нашей страны? Потому что устав ООН на нашей стороне, международное право на нашей стороне. Так что же по сегодняшний день вы не радуетесь нашей победе? Ни в Америке не радуются нашей победе, особенно в Калифорнии, особенно вот это правительство Байдена. А во Франции Макрон этому не радуется, потому что там армяне, да, живут. 500 000 во Франции, 1 000 000 здесь в Соединенных Штатах Америки. Естественно, в информационном поле вот Washington Post, Bloomberg, New York Times, Голос Америки. Это все на эту тему. Кстати, вот один нюанс. Да. Столтенберг приехал в Баку, приехал в Тбилиси, приехал в Ереван. На Голос Америки вчера показывают репортаж. Я смотрю, видеорепортаж о визите в Ереван на первом месте, на втором месте визит в Тбилиси. Про Азербайджан ничего не показали, только текст пошел. Хотя он начал с Баку. И самый главный визит был в Баку. Потому что «Голос Америки» полностью проармянский. Полностью проармянский. Посмотрите на все корреспонденты. Половина этнические армяне. И они антитурецкие, антиазербайджанские. А это
где объективная информация? Поэтому ангажированность. А вот вы на себе это видите сегодня, как республиканцы и демократы, особенно русскоязычные, выходят в эфир украинского телевидения и вам врут, потому что они спекулируют на вашей тематике. Я, слава богу, этнический азербайджанец, и Азербайджан сегодня не напал на вас. Азербайджан дружественна вам страна. Поэтому я вот выступаю на ваших экранах и стараюсь с вами поделиться всем тем и горем, и радостью нашей победы, через которую мы прошли за эти две войны. Понимаете? И это намного честнее. Вот вы сказали мне о том, что побольше бы таких. Мы тоже делали ошибки. Но мы сделали выводы из этих ошибок. И поэтому я очень болезненно воспринимаю, когда я вижу в вашем украинском информационном поле сегодня общественно-политическую борьбу за власть, оппозиционные политики, оппозиционные журналисты, оппозиционные телевизионные каналы. Такого не может быть в стране, которая ведет экзистенциональную войну за свое существование. Это государственное преступление. И я не буду уставать, это вам говорит каждый божий день, пока я выхожу на ваш экран. Смотрите на Азербайджан и берите пример. Вот по сегодняшний день я в окопе со своим народом, я в окопе со своей страной, и таких, как я, 10 миллионов. Подчеркиваю, 10 миллионов. И мы уже своего, нам чужого не надо, но своего мы уже больше не дадим. У нас повторение того, что было 30 лет назад, больше не ожидайте. Вот берите пример в этих вопросах точно так же. И тогда можете не сомневаться. И Америка вас будет сильно поддерживать, и Германия, и Франция, и все остальные. То, что они сегодня пришли в движение, особенно Европа, это не от того, что они вдруг от глаза открылись, влюбились в вас. Это страх в них заговорил. Что если Украина проиграет, выйдет за территорию Украины, это пойдет в Балтию, это пойдет в Польшу, а туда это будет повторение 1938 года, Мюнхенский сговор, а потом уже будет Третья мировая война. А они этого не хотят. И поэтому они хотят это закрыть тему вашими руками на вашей территории. Поэтому страх тоже играет на вашу пользу. Единственное, что грамотно этим пользуйтесь. Спасибо, господин Нус, за этот разговор. Большое спасибо.